Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы с вами отправились на очередной выезд, но выезд у нас получается не по Копу, а на ежегодный фестиваль Тохтамыш. Мероприятие проводится в последнее время каждый год, так что за спиной у меня именно то самое место. В этом году здесь решили сделать просто с размахом. Установили даже аттракционы и все-все-все для отдыха, для веселья. В общем, этот фестиваль устраивается в честь битвы Тимура и Тохтамыша. Много-много лет назад произошла в этих просторах жестокая битва. Практически было миллионное войско, и здесь бились насмерть. В общем, благодаря этой битве и произошли изменения на Руси, то есть освобождение от монголо-татарского ига. В общем, сейчас мы пройдем, спустимся вниз и посмотрим, что нам могут здесь предложить по аттракционам, что имеется у нас в продаже. Ну и, естественно, будем смотреть именно то самое шоу, на которое мы и приехали. То есть будет историческая постановка «Битва Тимура и Тохтамыша». Так что будет довольно-таки интересно. Смотрим, продолжаем. Не переключаемся. Машины все едут и едут, едут и едут. Организовали здесь парковку, подготовились очень замечательно. Очень много различных вспомогательных служб. Есть пожарные, сотрудники ДПС, сотрудники милиции, сотрудники первой помощи скорой. Так что все сделали в этом году на высоте, как и в прошлые годы. Но за исключением в этом году еще поставили у нас различного рода развлекательные аттракционы. Батуты, всякие паровозики, качели и т.д. и т.п. Ну, естественно, здесь у нас имеется и кухня, если вы проголодались. Конечно же, сувениры в продаже. Сейчас мы пройдем вниз и посмотрим, что нам предлагает в этом году. Так что смотрим, смотрим и не переключаемся. Карта. Где, чего у нас будет происходить. А здесь описание. Начало в 10:00. И заканчивается в 8:00. Пройдем по торговым рядам. Рублей такая машина. Типа папаша меня не видел, он не любит вот эти славянские обереги. Вот такие вещи у меня попадались на Копе. Все делается вот так, при помощи горна. Если не заморачиваться, вон, два кирпича однообразно ставятся. Абсолютно.
Вот так вот русская чеканка раньше в свое время монеты делали. А царские монеты делаете? Нет, но только своего изготовления. Цари нам подражают. Да? Я нам вот добрый пути сделал. И с другой стороны. Чем-то похож чекан на двушку царицы полей. Правда, здесь герб другой. Чего ты так? Я здесь. Ой. Сейчас изготавливать будете, да? Ну да, сейчас. Так, подержу. И теперь поднимаем высоко, бьем 7,7. Отлично, все, успеваем. Твой пятак. Держи. Папа, шарки. Папа. Вот такой пятак, да? Можно с одной стороны такую, да? Спасибо. Это не наш. Нет, это ваш. Проезд мне сказали, как он заставил. Они говорят, что море чистое. А коловорот есть у вас? Нет, коловорот нет. А что такое коловорот? Да вы что, торгуете такой вот это прелестью, а коловорот не знаете? Это оберег старославянский. А нет, нет. А зря в том году их, знаете, как здорово раскупили? Коловорот записать надо, а? Я запишу. Я вот не успел, к сожалению. Хотел и не успел. А на коловорот это что? На шее вешать? Да, это кулон. Он примерно вот такого же размера, круглый. И здесь такой, знаете, похоже на крест, вот, ну, в общем... Трех или какие там, четыре, да, полоски коловорота? Нет, он там крестом, так вот, знаете, как, ну, не буду объяснять на камеру. Короче, точилки на газ 10 рублей, им точилки не надо вот так править, смотрите. Толстый там. Я, видимо, вчера продала, сейчас... Чехлом на 700, да, и вот 800, все. Прямо лезет. Такой 1200. За такой не пасает? Да. За такой не пасает? Нет, за сертификат есть. Ну как, это же холодное оружие. Нет, это кухонный. А кухонные? Да. Вот это вот кухонные? Да. Ничего себе. У него кровостока нет уже, понимаешь, не боевой. Да. Ясно, ясно. Ручная работа все. То есть кровотока нету, значит это кухня, да? Да. Понятно. Я тут смотрю. Ой, то, что из CSGO. Что? Давай руку. Ну, нельзя, кто покупает, кто привез. Сколько стоит? 150, значит. Давай, мы вам посмотрим. Вот. А зачем он так живет? Самое интересное.
Вот они нашли. Вот, привет. Привет. Да, добрались? Добрались, да, приехали. Ты как, через МВЭТ «Волжанка», руководитель Ольга Рахимова. Встречаем аплодисментами. Тебе очень яркий, поэтому тоже не надо переборщить. У них четверо, ничего себе. Нет, это маленькие. Рассказывайте про блюдо. Да, год происхождения вашего блюда. Это у нас, я так понимаю, национальное блюдо, как? Татарии, да? Это Казахстан. А, казахстанское, да? У меня мама такие плюшки делает. Посыпает их еще белой такой сахарной пудрой. На вкус такой же. В общем, рядов много. Все я вам показать не смогу. Так что давайте отправимся в другое местечко. Thank you.
вот такие вот стрелы мне попадались. Форт Бояр. Где нужно будет как можно мощнее ударить по противнику. Давай. На бревне и полоса препятствий. Это последовательно преодолеть максимальное количество препятствий и выбежи за определенное количество времени. И еще одно, еще один поединок — это удар на гайкой, где поединщики по очереди производят по одному удару по мишени. И главное здесь попасть на гайкой точно в цель. Друзья, не стесняйтесь, не останавливайтесь в воротах, проходите к нам сюда ближе, потому что здесь много всего интересного. Какая тут в этом фильме, да? Это не утюг. Это отбивали белье. То есть, это стирка. Да, стирка. Но никак не утюг. Он и гладил. Он и гладил, он и стирал, он и выбеливал. А вы покажите, как он работал. Да, пожалуйста. Брали скалку, наматывали белье и начинали хорошо работать ручками. Вот так вот. Это все выбеливалось, это все выстирывалось, потому что очень тяжело. Хотите потрогать, какой был утюг? Держи, держи, какой он тяжелый. Тяжелый? Твои прабабушки стирали. А это, так понимаю, что? А вот угадайте. Ну, я так понимаю, это в ступе, наверное, колочь? Нет. Нет. Ну, какая это гантель? Точно не гантель, она и лег. А это, чтобы бабушка могла в печку глубоко горшок поставить, ставила помощник такой. Короче, рычаг. Да. Чтобы откаталось это все. Чтобы это было аккуратно и чтобы не обжечься. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. И не ступа даже. Да, 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 да. Я думал, это типа ступ. Все так думали. Да? А это у нас жернова. Да, это жернова. Говорят, делали из дерева. Делали из дерева, да. Там, где было много деревьев, там делали из дерева. Потому что она быстро приходила в негодность, и их надо было много делать. А каменные намного дольше работали, служили. Ясно, спасибо. Thank you.
столу регистрации ознакомиться с правилами на смотровой башне. Внеси оргснос, потому что это стоит нам. Он будет метать холодное оружие, девушка. Вы получите здесь, на поле сражения, они не сравнятся ни с чем, я вам это гарантирую. И есть у нас еще один замечательный удар кувалдой по мячу. И смотрите, как виртуозно справляется очередная участница с шашкой, сбивая все мишени на своем ходу. Попала, не воткнула. Еще есть время. Воткнула, но не попала. Отлично. Крушит, просто крушит. И последний бросок. И прямо сейчас видим, как виртуозно у нас настоящий первого удара участник. И это отличный результат. Смотрите, не останавливаясь, размахивая шашкой, выражает абсолютно все цели, представленные на этом огневом рубеже. Устанавливать абсолютно все точки. И это был слишком слабый удар по мячу. Есть второй шанс. Нужно загнать мячик в домик. Но, к сожалению, не получается. А давайте прямо сейчас мы можем себя почувствовать на стадионе. И здесь вот я вижу, хорошая линия, летит вдоль забора. Давайте запустим волну. Волну, Попробуй смешать какой-нибудь цвет, какой получится. А как? Надо. Нет, не желтый. Сейчас дам. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Да, с голоду здесь не останешься. Плов был очень-очень вкусный. Самое главное, что он настоящий. Национальное блюдо. Шашлыков, жареного мяса. Тут полно. Сейчас отправимся на детскую площадку, посмотрим, что у нас там. Народная русская забава. Нужно ударять по рукам, чтобы те отцепили веревку.
Смотрим, какая острая шашка. Горлышко отрубил вместе с крышкой. Охренеть. Это у нас казаки. В этом году это диковинка. Раньше не было аттракционов, ничего похожего. Значит, процветает, не умрет фестиваль. Итак, ребят, сейчас вот я участвовал в соревновании вон того копья, и ведущий сказал, что я единственный, кто попал за пределы, то есть там вот 5 отметок есть, но я ушел до 7 отметки. Из 7 отметки я попал в цель. Бросок я закрепил, и вот ведущий сам ужаснулся тем, что я оттуда поразил цель. Здесь вот времени не хватило пострелять. Жалко, у меня оператора нет, чтобы все заснять. Идем вон туда, вон, где вся толпа у нас собирается. Сейчас там будет битва Тимура Тахтамыша.
Итак, ребят, только что я выиграл здесь приз, супер приз. 10 выстрелами сбил всех 10 зверевушек. Супер приз у нас вот такая пишущая патрон. А обычный приз мы выиграли вот такой вот брелок. Армия прошла недаром. Все, идем. Ну что ж, друзья, все готово для настоящего зрелища. Единственное, что не хватает, это ваших бурных аплодисментов. Потому что это настоящее зрелище. Реконструкция исторического события. Встреча двух полководцев. Демонстрация боевого искусства. И она начинается прямо сейчас. Мы начинаем. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله силу своего предка Чингисхана. Он весь гарем высыпался. Гарем высыпался. Ух, сколько их тут. Я счастлив? Женское сердце не обманет. Я хочу раздвинуть пределы моей империи от моря и до моря, как мой великий предок Чингисхан. Все говорят, что ты достоин его. Я так и сделаю. Я раздвину свои пределы. Но... Что но? Но есть один человек, который способен помешать тебе. Кто? Тимурлен, железный хромец. Ты Назим? Я мой повелитель. Эмир Тимур был моим благодетелем и много раз спасал меня. Но разве это не его священная обязанность спасать своего хана и быть твоим верным рабом? Thank you.
традиции дружбы народов: узбеки, татары и русские. И через несколько минут состоится настоящая джигитовка. Так что, внимание, друзья, все самое интересное впереди. Поедем домой. Все, сейчас попрощаюсь.
Итак, ребят, на этом я и закончу свой сегодняшний выход. Побывали мы сегодня на фестивале Тимура и Тахтамыша. Повторюсь еще раз, проводится он каждый год в одно и то же время, 18 числа в Самарской области, село Старый Буян. Так что всех зову сюда на этот фестиваль. Едьте со своей семьей, порадуйте своих ребятишек, близких. В общем, все, на этом и все. Всем пока, встретимся в следующий раз на КОПе.